Когда хочешь получить мощный заряд энергии от любимых артистов, прямая тебе дорога на Коктюбе. Каждый четверг Hit Production устраивает там грандиозный праздник для гостей и жителей Южной столицы, приглашая известных казахстанских исполнителей выступить на высоте. В этот раз гвоздем программы стало выступление звездной семейной четы Беркута и Аиши. Артисты буквально на днях вернулись с Турции. Отдохнувшие и загорелые, они с удовольствием подарили публике свой сет из зажигательных песен. А самым раскрепощенным зрителям даже выпал шанс потанцевать на сцене рядом с Беркутом. Как оказалось, это были не просто танцульки, а спланированный конкурс. Из нескольких танцоров зрители отбирали лучшего. В итоге двое самых зажигательных ребят получили главные призы – ультрамодные очки и телевизор. Несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех собравшихся тоже было на высоте. Люди отрывались, танцевали, подпевали и веселились. А это самое главное для нас и для артистов, которые, между прочим, готовятся к съемкам нового клипа. Нам очень сильно понравилось. Спасибо вообще большое за такой хороший прием. Всегда так приятно приходить туда, где тебя ждут, и где к тебе хорошо относятся, и где тебя встречают всегда так радостно и с улыбкой.